Первый факт, которого не знают 99% мужчин, это то, что костюмы существуют уже примерно 400 лет. Слово «костюм» происходит от латинского слова «сикор», что означает «следовать». Почему так? Потому что все части костюма следуют одна за другой. У них используется одинаковый материал. Костюм – это набор одежды, который сделан из одного и того же материала, которые носят вместе. Следующий факт. Существует три типа костюмов. Первый тип – это костюм на заказ, второй тип – это костюм с полки, и третий тип – это гибрид между первым и вторым. Это костюм, который можно подгонять по размеру. Еще один забавный факт. На изготовление одного костюма уходит примерно 3,5 метра ткани. Как долго изготавливается костюм? На фабрике плюс-минус 50 минут, на заказ – примерно 50 часов. А что случилось? Что случилось с костюмами из трех частей? Куда подевалась жилетка? К сожалению, господа, это был акт рационализации во время Второй мировой. Ставьте лайк и подкармливайте алгоритм.